И снова здравствуйте, дорогие любители мелкой и не очень городской пригородной фауны. Сегодня я на Москварике, на ККС и пытаюсь разловить на Тараше. Ну, собственно, рыбалочка уже закончилась. Могу сказать, что спиннингом я остался доволен. Кидает хорошо, далеко при своем росте. 1,58 м, не напрягаясь, кидая туда же, куда и другие палки. Не стеклянные. Ведет себя очень предсказуемо. Но удалось достать две рыбки. Был один обидный сход чего-то крупного. И несколько холостых поклевок. В принципе, все чувствуется. Конечно, не так резко, как на карбоне, но вполне. Единственный недочет — вылетел у меня шпигот на первом колене. О. Будем дома разбираться, что да как. Ну, я думаю, подклеим, ничего страшного. Ну, а вам приятного просмотра. Не забывайте подписываться на канал. Пока-пока. Вот и обрыбили Атараши. Эп, соскочил. Гад. Оторвал? Что ли? Как так-то? По что-то, что ли? Фух. Ну что ж, будем продолжать. Фрикцион нормально был. Что-то приличное, видимо. Ух, ладно. А, нет, на месте. Ладно, продолжаем. Уху. Что я могу сказать? Заброс вполне себе. Главное не напрягаться. Попробуем попозже блесенки. Там видно будет. Да, не обрыбили палочку пока. Пока только рыбку подержали. Ну а так что? Ведет себя как стекло. Пока больше сказать нечего. Гибко, мягко. Крупную рыбу контролировать, конечно, тяжело. Но зато есть запас прочности. И поклевочку почувствовал. Зацеп опять лютый. Опс. Специально разловлен. Опа! Ух. Хорошенькая плотвеночка. Вот такую вот блесеночку. Спасибо рукодельнику. Супер. Фух, пошла. Фух. От
тараши официально разловлены. Да, но вот вылез косяк. Спигот на первом колене выскакивает. Не знаю, может это связано с тем, что я с ним уже выходил в мороз. И возможно это от перепада температур, я так подозреваю. Но это не точно. Может быть это просто косяк. Но вот тем не менее есть такая беда. И не только у меня одного, как я знаю. Но это лечится. А так палка неплоха. Да. Ну что, это была случайность? Или все-таки закономерность? Заброс мне нравится. В принципе, для блесен я его и брал. Да. Обрабатывает по полной. О, а это уже, блин, как? А это уже не плотва. Фух. Тоже язёк. Смотрите какой. Ох, красавчик. Как-то так перекрутился-то. Слушайте, ну сегодня у меня в основном блёсна. Тихо. Ух. О, отараши. Ух. Небольшенький. Небольших. Так. Как-то так засадился. Оп, пошел. Фух. Она же. Та же блесна же. Не знаю, вам что-то слышно? Нет, ребят, но уж извините.